Всем здравствуйте! Как и обещал, сегодня вот это видео будет про то, как я забирал Москвич 408 после покраски. В принципе, я его уже забрал. Вот, тот самый такси, самая старая модель в моей коллекции. Сейчас я его покажу. И вот она. Вот такая вот модель. Ну, это я вот покрасил вот такой вот цвет, решил... Только единственный нюанс, это капот не родной, вот три точки. Но все равно я буду покупать другой капот. В принципе, он отличается от предыдущего цветом, и все. В принципе, здесь, ну, он очень хорошо покрашен, в принципе. Человек, которому я отдал, очень хорошо постарался. Правда, вот здесь вот скольчики небольшие впереди есть. Но это не имеет никакого значения, в принципе, не страшно. Вот такой вот москвич. Морковный. Вот. Я еще закажу капот. Там три зажима тоже выставят прекрасно. Так. По покраске здесь, в принципе, все хорошо. Только вот, вот так вот, если посветить, будут какие-то то ли бугорки, шершавые. Но это, наверное, особенность металла, отливки металла. В принципе, если первого раза не приглядеться, можно подумать, что это оригинальная краска. Но на самом деле нет. Модель, она будет у меня в коллекции. Вот, будет в коллекции. Кстати, посмотрите видео, где был обзор на этот же москвич до покраски. Он выплывет прямо вот сейчас на экране в подсказках. Вот, обязательно посмотрите. Вот, и получается, это очень интересный москвич. Это уже... В своей коллекции я уже собрал все виды решеток. У меня есть и квадратные, и вот с четырьмя фарами, и с двумя фарами, в общем-то. Вот. Обзор на эту модель уже есть, в принципе, можете заходить, смотреть. В принципе, что еще можно сказать? Сейчас можно вообще взять и поставить все москвичи сюда. Так. 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 Можно так вот поставить. И сзади кто-нибудь. Да, так. Итого у меня уже 5 москвичей. Советских, агатовских, в принципе, танталовских. Вот. Это все мои москвичи. Вот. Вроде бы... Не знаю, можно будет купить 412, но это уже как-нибудь в другой раз. И вообще не факт, что я этим буду заниматься. Но все равно вот этот москвич надо будет восстанавливать, это обязательно. Здесь нужно вообще много чего купить. Так. Здесь отличие в кузове сразу бросается в глаза. Здесь вот донышко надо купить, капот надо купить. Так, можно вот это поставить сюда. Кузов другой надо купить. Задние фонари, бампер. Вообще все много чего. И, кстати, различия в кузове вообще очень сильно заметны между ранним и поздним москвичем. Вот. Давайте на них посмотрим. У раннего москвича здесь стойки. Точнее, вот здесь стойка. Она получается такая круглая, закругленная. А здесь она такая прямая. Также, что еще здесь есть за не такого? Вот. Ну и донышко, соответственно. Здесь смещенный винт, допустим. А здесь обычный, не смещенный. Все. Различия вроде ясны. Ну вот, в принципе, все мои москвичи. Я сейчас обратно поставлю. Вообще, к этому москвичу лучше лишний раз не притрагиваться, потому что в любой момент может какой-нибудь новый скол образоваться. Ну вот, все мои москвичи, все номерные. Ну, кроме этого, в нем, в принципе, номера нет. Вот. Я надеюсь, вам видео понравилось. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал. И всем до свидания.